«Дети России» в национальных костюмах – это фотовыставка, которая открылась в музее имени Эрзи. Десятки лучших работ рассказывают о самобытности и колорите народов, которые передают через детские портреты и сюжетные композиции. Организаторы выставки поставили цель таким вот творческим образом объединять народы, проживающие в стране. Как через призму объектива увидели фотографы Мордовию, расскажет Владислав Мишанин. Народы и национальности большой страны в одном месте. «Дети России» – фотовыставка, собравшая лучшие композиции и наследие страны в национальных костюмах. Профессиональные фотографы и любители – неважно. Главное – показать свой край, его многообразие. Этот проект выставочный, он проводится с 2014 года. И уже на сегодняшний день прошло две экспозиционные выставки в Москве и в 15 регионах Российской Федерации. На сегодняшний день на этой выставке представлено 40 работ из 18 регионов нашей необъятной страны. От Мордовии в этой передвижной фотовыставке принял участие известный фотограф Эдуард Ритунский. Сразу две его работы были признаны лучшими. Нужно отметить, что композиции их проста, но передает самое главное – яркость и многообразие Мордовии. Два исконных народа, Мокши и Эрзя, попали в его объектив в самобытных костюмах. У меня представлены работы эрзян, девочка в эрзянском костюме и в детском саду на занятиях макшанских костюмах. Я очень рад и доволен организаторам то, что могу принять участие в фотовыставке. Выставка, которая объединяет, будет работать еще несколько недель, затем экспозиция отправится дальше по России. Владислав Мишанин, Александр Данилов. Наши новости.